Хамас разрушает больницу Ашифа и ведет бои с израильскими военными, прячась за спинами больных и раненых. Об этом заявил представитель Сахал. Операция внутри комплекса продолжается. В воскресенье глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лазарини выразил возмущение решением Израиля не пускать гуманитарные конвои БАПОР в северную часть сектора Газа. Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш подтвердил свою приверженность укреплению БАПОР. Seriously into the recommendations that will be presented, and we want to strengthen UNRWA in its capacity to deliver to the Palestinian people and in its capacity to be fully in line with UN values, as it is the firm determination of the leadership of UNRWA that is represented here by Philippe Lazzarini. В воскресенье израильские СМИ сообщили, что власти страны готовы обменять около 800 палестинских заключенных на 40 заложников. Ответ руководства Хамас ожидается в течение 3 дней. По словам источников, вероятность заключения сделки 50 на 50. На фоне войны в регионе проходят религиозные торжества. Тысячи христиан отметили вербное воскресенье на Елеонской горе в Иерусалиме. Евреи отпраздновали Пурим. По этому поводу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с небольшой речью, в которой заявил, что Израиль войдет в Рафах и добьется абсолютной победы.